Современный мир стремительно меняется. Мы тоже не стоим на месте, делая все, чтобы уже сегодня отвечать на все потребности аудитории. В этом видео мы расскажем вам о главных инновациях нашей школы. Наш главный интернет-ресурс – tvseminary.com. На его основе мы разработали мобильное приложение. Теперь все для назидания, ободрения и духовного роста всегда в вашем смартфоне. По-прежнему основой нашей школы является академическое христианское образование, бакалавриат и магистратура. Мы очень тщательно подходим к отбору учебного материала и за годы собрали огромный каталог курсов от ведущих христианских преподавателей со всего мира. Академическое образование в ТВ-семинаре – это идеальный фундамент для вашего христианского служения, и получить его вы можете абсолютно бесплатно. Наши студенты могут выбрать разные варианты обучения в зависимости от своих потребностей и возможностей. Весь каталог курсов и другие образовательные продукты представлены на сайте и в приложении в открытом доступе. Помимо академического образования, теперь мы проводим марафоны и тренинги духовного и личностного роста. Это короткие онлайн-интенсивы, направленные на прокачку конкретных навыков – преодоление лени, воспитание детей, доказательство существования Бога и многое другое. Наши марафоны подходят абсолютно каждому и содержат практические рекомендации, применять которые вы сможете сразу после прохождения. Еще одним важным нововведением является раздел «Богословие». В нем собраны ответы на самые сложные богословские вопросы. Достаточно выбрать интересующую вас тему, чтобы получить подборку лекций от наших преподавателей, отвечающую именно на ваш вопрос. В разделе «Медиатека» теперь можно найти проповеди, подкасты, интервью, девоушены и еще много полезного контента, разработанного нашей командой. Подписывайтесь на наши молодежные страницы ВКонтакте, Телеграм и Инстаграм, где мы регулярно публикуем познавательные и вдохновляющие материалы, разбираем Библию, отвечаем на вопросы и рассказываем о своих новых продуктах.